Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Она в каком-то коконе белом. Ее плохо видно там. Она стучит из него и не знает, как выйти. Сейчас уберем все, не беспокойтесь. Защищаемый физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Лидию в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Лидии поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. На месте. Мы приветствуем Лидию. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Она доверит. Она руками делает, как будто ее дергает. Кто-то медленно поднимает. Сейчас мы дернем того, кто ее дергает. Влад, разрежь этот кокон. Скэнер, я даю тебе команду, просканируй Лидию. Отключи этот кокон вместе со сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, конвекторами, энергиями, связанными с этим коконом. Все это выведи из биополя. Пошел процесс. У нее кокон в клетке и вот эти... Как кукла, которая это голограмма. Не понял сейчас. А вот которую дергают как куклу, да. Это голограмма. Так там еще голограмма есть или что? Под коконом. Да. Хорошо, скэнер, просканируй сейчас Лидию, отключи эту голограмму вместе с ее сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами, выведи все это из биополя, отправь в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Ей манипулирует этой голограммой, в ней часть души. А тонкая копия, она не расчленена, как сказать. То есть там 3 тела только. Да ты что? Остальные в голограмме в этой. Хорошо. Сейчас скэнер закончит. Готово. Отлично. Хорошо. Даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Лидии, под ногами 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все 7 тонких тел Лидии, находит все. Отправляю эту голограмму в клетку-тюрьму. Голограмма в клетке и тонкая копия Лидии к ней тянется. Мы сможем как-то вернуть из нее сейчас? Сейчас нет проблем. Тонкие тела. Выстраиваю прямой канал к этой голограмме от Лидии. 1, 2, 3 и... На счет 3 забираем все родные энергии в голограмме на частоте Лидии. Все мощным потоком пошло назад. Все тонкие тела возвращаются назад. У нее 4 верхних чакры. Забрали. Коронный третий глаз. Энергетический. Голосовая и сердце. Сейчас они вернулись. Готово. Энергия. Все эти тонкие тела синхронизируются, гармонизируются на всех уровнях. И ожидаем результата сканирования. Значит, она благодарит, руки сложила, и благодарит, что ей вернули тела. А кукла сейчас повисла. Хорошо. Голограмма. Как сканирование? Давай с нижних начнем. Давай. Демон, Джин, Инкуб, Ящер и гуманоид. Откуда гуманоид? Сириус. Что ты здесь делаешь, гуманоид? Транспортирую душу. Да ты что? У тебя есть контракт на это дело. У тебя есть разрешение души на ее транспортировку. Кто ее будет спрашивать? Отлично. Гуманоид, Влад, сделай дырку в нем. 500 тысяч герц удар. Хорошо. Кто ее будет спрашивать? Но у него дырка есть, и он перегнулся пополам. И он какие-то действия делает, как дыхательные, чтобы восстановить энергию и закрыть дырку. Да ты что? Гуманоид, это все напрасно. В моих руках появляется шар живой плазмы. Давай я тебе дырочку закрою. Он говорит, я истощен. Это еще начало. У тебя еще предстоит отдать 4 тонких тела, которые я в эту голограмму засуну, которую ты установил, ты расщеплял душу. Это запрещено, ты об этом знаешь. Ты должен был быть в понимании того, что когда ты начинаешь преступную свою деятельность, за это придется отвечать. Этот момент настал. Истощенный гуманоид Сириуса, ловец душ. Переходим к ящеру, считай цифру этого паразита над головой. 342. Хорошо, 342, ящер. Кто ты, заказчик? Я хозяин души. У тебя есть контракт? Выкупил я ее. Стоп. Что ты выкупил? Ты не можешь выкупать то, что тебе не принадлежит. Уже принадлежит. Почему? У тебя есть контракт с ней? Я купила ее у гуманоида. Ты что, сумасшедший или что, ящер? Ты реальность потерял? Оглянись вокруг, где ты находишься. Это не меняет дело, душа моя. Придется тебя переубедить, Влад, просканируй его, сожги его защиту и дай ему удар спиралью в горло. Да, будет так, а так и есть. Душа не твоя, ящер, душа ее. А ты лишь паразит космический. Если она скажет скинуть тебя в галактическое ядро, ты туда уйдешь. Ты зависишь сейчас от ее воли. Он визжит и говорит, что ты переходишь все границы. Серьезно? Он теряет свои драгоценные энергии. Они тебе не нужны больше будут. Ты уйдешь сегодня вместе с живой плазмой на свою чистоту. То есть, что до твоей чистоты долетит, я не знаю вместе с гуманоидом. Но вы сегодня получите полную программу ощущений. Переходил ты границы, паразит, когда ты вошел в ее биополе без разрешения ее, без приглашения. Меня не интересуют твои сделки. По-человечески совсем обнаглели. Он это серьезно? Забыли, кто здесь главный. А кто здесь главный, ящер? Мы ящеры. Серьезно? И нам подобные. Уменьшай ящеров в 2 раза. Повтори. А еще раз, малыш. Ты будешь наказан. Ой, ты знаешь, сколько я таких видел, как ты? И знаешь, где они закончили? У меня большая армия. Ай же ж клоун, я такого давно не видел. Ладно, хорошо. Мы твои верни мне размеры. Да ничего я тебе возвращать не буду. Ты не тот, кто здесь ставит условия, понимаешь? Не тот. Сущности паразитарные. Я затрудняюсь в таком деле. А мне верни все... мой рост. Ничего я тебе не верну. Итак, поехали дальше. Посмотри, пожалуйста, демона герцовку. 12. Хорошо, считай цифру джина над головой. 76-41. Так, у нас золотой джин, да? Да. Хорошо, золотой джин. Если у тебя нет серьезных оснований здесь находиться, я тебе не завидую. Тебя просил кто-то приходить к ней, в ее биополе? Он не отвечает? Показывает, он рассыпал пыль в доме. Она насобирала. Джин притянулся. В доме ему нравится рассыпать. Ты мой вопрос вообще слышал, Джин? Оснований нет. Оснований нет. Если нет оснований, значит придется отвечать за это. Хорошо. Начинаем с реверса энергии, а то я заговорился с ними. Даю команду тонкой копии Лидии спроецировать все энергетические сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную энергию в ее биополе. Выстраиваю также канал прямой к кокону и голограмме Лидии 1, 2, 3. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой вибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Лиде. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить, она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 50 раз. Скэнер просканирует полноту души Лиди на настоящий момент. 98. Хорошо, сколько было до того, как мы вернули из голограммы? Пошла цифра. 54. 54. Хорошо. 45% вернули, еще 2% осталось. Найдем их. Ни в коконе синхронизировано. Реверс закончился. Установили фильтры золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Лидия забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные, чистые. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли до последней капли, возвращает Лидия себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Возвращаются частички тоже. Отлично. Кто присутствует в доме из вас? Джин. Еще кто? Демон. Еще кто? Все. Демон. Есть лярвы биополя Лидии? Да, есть. Где? И как они образовались? Чего воздействие было? Низ живота у нее. Скопление негатива. Руки. А руки от чего? Он показывает, они как капли с нее стекают. Не умеет сбрасывать она это все. Она себе накапливает это все, да? Да. Ну, реверс закончился. Отлично, хорошо. Начинаем тогда с инкуба. Инкуб, выходи. Снимай все, что ты оставил в этом биополе. Ничего не забывай, возвращайся назад. Сколько ты находился в этом биополе, инкуб? 9 месяцев. Ты ее закрывал и перекрывал ей желания. Какие тут желания с 3 тонкими телами? Это уже верно. Он снялся. Хорошо, Джин, тебе выходить не надо. Собирай всю пыль, вытаскивай все свои подключки, докладывай. Сама, главное, насобирала, а Джин виноват. Липкие мои энергии, сладкие, как мед. Если ты хочешь уйти со своей челмой, и со своими кольцами, и серьгами, и всеми магическими причиндалами, а также со своим сосудом с монетами золотыми, я тебе рекомендую исполнять мои команды. Ты собрал все. Хорошо. Гуманоид, что-нибудь осталось еще на твоей чистоте ящера в этом биополе? Нет. Отлично. Значит, у нас остался демон. Демон, выходи. Снимай все, что ты оставил в ее биополе, описывай, как оно воздействовало, и на месте доложи, что ты закончил. Ноги утяжелял. Угу. Ей было тяжело ходить и что-то делать, да? Ей ничего не хочется. Значит, это было твое воздействие. Хорошо. Я только усугублял. Я не спорю. Утяжеляя ноги. Готов. Разрешаю тебе забрать лярвы в этом биополе. Забирай, ничего не оставляй. Приступай. И возвращайся назад. Готово. Хорошо. Даю команду на рассинхронизацию Лидии с коконом, голограммой, демоном, джином, инкубом, ящером и гуманоидом. На счет 3. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. У нее есть еще подключки гуманоида на руках. Так. Гуманоид, я тебя предупреждал все вытаскивать. Ты меня дырку сделал. Я у тебя спросил, ты осталось что-то, ты мне ответил нет. Это моя месть. Отлично. Гуманоид получает 2-й удар. 2-я дырка. Силой моего намерения вытаскивай все, что осталось в биополе Лидии. Да, будет так, а так и есть. На чистоте гуманоида все отключается, сканер помогает, выдавливается это все. До последнего чипа датчика импланта конвектора зависает шар перед ней. Но руки на запястьях у нее были. Вышло? Как веревки, да. Отлично. Силой моего намерения одеваю эти веревки на гуманоида. 1, 2, 3. Включая на полную мощность на отток энергии. Ровно столько, сколько он забирал энергии, он теряет. Пошел процесс. Вот током бьет. Что такое гуманоид? Ты о месте заговорил, так давай поговорим о месте. Он просит выключить, он говорит, что это так не работает. Это подключки от что? От голограммы. Хорошо, ты их не вытащил. Я тебе показываю последствия твоих действий. Выключай эти подключки, остаются все равно на нем. Идем дальше. Скэнер просканируй. Контрольная проверка. Он орет. Гуманоид. Гуманоид, тебе сейчас рот закрыть или тебя уменьшить, чтобы ты не орал? Ему жгет. Эти веревки ему жгут. Хорошо, снимай эти веревки. Уходит в соседнюю клетку. А как ей было? У нас разные энергии. Так вот не надо было лезть со своей энергией в ее биополе, паразиты. Сириуса. Как проверка прошла, Вера? Сейчас гуманоид отвлекает сильно, у него нет энергии. Он хочет их откуда-то взять, ищет вокруг. Чистая она. Хочешь, тебе ангельской энергии дам? Скривился весь. А хочешь, открою поток любви абсолюта над твоей клеткой? Заправишься по полной программе. Самоуверенность. Продать бы он мог эти энергии, но ему они не помогут. Они тебе уже ничего не поможет. Это я тебе реально просто уже говорю. Итак, Вера, контрольная проверка прошла? Да, чистая она. Хорошо, демон, один вопрос. Ты в доме находишься один или кто-то есть еще? Есть еще. Черт, понятно. Ты мне скажи, ты находишься в самом доме или на земельном участке? И там обитаю портал. Значит, тогда я тебе предлагаю следующий вариант. Если тебя интересует эмоциональный фантом, ты мне можешь сейчас сказать об этом. Интересует фантом, а что? Ничего, просто я сейчас буду его доставать, и мне все равно или выкидывать, или отдать тебе. Почему? Потому что я после этого буду отпускать тебя в дом, где ты соберешь все, что ты раскидал. После этого я отпущу черта, ты мне покажешь все порталы в этом доме, я их закрою. После этого я соберу весь негатив в этом доме и на земельном участке я дам тебе в дорогу. У меня такое предложение. Хорошее предложение. Хорошо, значит, тебе надо будет со мной кооперировать дальше. Поехали дальше. Чем больше отдашь, тем дальше уйду. По-любому я буду закрывать этот дом, ты туда войти не сможешь, но так как ты коммуницируешь со мной и общаешься нормально, не так, как эти космические клоуны, ничего не мешает тебе отдать то, что нам не нужно. Итак, выходит эмоциональный фантом Лидии, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низкую операционную эмоциональную энергию. Ей ресгенерированная проецируется на ее эмоциональном фантоме. Готово. Опиши его, пожалуйста. Он в разных энергиях, они как сгустки. Депрессивных много. Хорошо. Лидия, эти энергии вы сами сгенерировали. Вы готовы с ними расстаться? Готово. Сворачиваете энергии в шар. Демон, хочешь получить этот шар? Хочу. Отправляю демону. Назови мне основные энергии, которые здесь являются самыми главными, еще все вытекает. Только что там ты все сам все слышал. Вот это все? Опустошение было, депрессия есть, страхи. Ну все понятно. И оттуда все вытекает, да? Сейчас, подожди. Вот это вкусно. И что там? Апатия. Апатия. Это действительно опасная вещь. Безразличие ко всему. Хорошо. А спросить можно? Меня? Да. Спрашивай. Армии ящера не боишься? Нет, конечно. Он просто не понимает, с кем он разговаривает. За мной тоже стоит армия. Угу. Если бы он был умным ящером, бы просканировал меня и понял, куда он ввязался, в какую неприятную ситуацию. И тогда бы, возможно, у него бы не было таких последствий. Нет, конечно. Они нападали на нас, мы их уничтожали и будем уничтожать. Не волнуйся. Все с нами в порядке. А я и не волнуюсь. Интересно просто. Хорошо. Страха не вижу. А должен быть. У меня? У тебя, у тебя. Ну ты же видишь мои крылья, какого они цвета. Разве я могу иметь страх? Страх имеет все. Страх бывает разный. У меня его нет. Я себя чувствую абсолютно защищенным. Хорошо. Демон, открываю тебе сейчас с Джином один портал в дом Лидии. Джин собирает все, что он раскидал там вместе с демоном. Я прихожу, проверяю, отправляю Джина на его чистоту с демоном, как и договорились. Все понятно? Да. Открывается портал в квартиру Лидии. 1, 2, 3. И демон уходит в этот портал. Вместе за ним уходит Джин. Готово. Закрывай, печатай, растворяй. Хорошо. Инкуб готов уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяй. Есть. Ну что, ящер с гуманоидом. Хотите пообщаться с жалкими людишками? Они молчат. Не знают, что ты придумал для них. Возвращаю ящеру его размеры. Готово. Хорошо. Предлагаю вам один-единственный вариант. У меня есть живая плазма и есть возможность вам сдаться в межгалактическую полицию и нести полностью ответственность за свои действия. Какой вариант вы выбираете? Давай полицию, будем договариваться. Если у вас есть что предложить, возможно, вас выслушает. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Приветствую. Приветствую, Ли. Давно не слышались. У меня здесь организованная преступная группировка «Ящер» с гуманоидом Сириуса. Я, правда, не спросил, сколько вы находились в биополе, гуманоид с ящером? 5 лет. 5, гуманоид, 4 ящер. Хорошо. 5 и 4 года находились в биополе. У нас кокон, у нас голограмма, у нас было расчленение на тонкие тела. 4 тонких тела. Мы вернули, 54% из этой голограммы забрали. Но еще нас назвали жалкими людишками и пытались обмануть. Соответственно, они получили необходимую реакцию. Потом я им предложил выбор между живой плазмой и работой кооперации с межгалактической полицией. Они решили, они могут выбрать вариант межгалактической полиции и предложить что-то межгалактической полиции. Вот отлично. На этом. Отлично. Добро пожаловать в рай. Голограмма кокон тебе не нужны? Нет. Хорошо. Под ними открываю воронку в галактическое ядро, и они уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Гуманоид немножко пострадал. Он пытался меня обмануть, к сожалению. Я предупреждал, что не будет нести ответственность за это. Он оставил подключки после того, как я спросил, есть что-то еще в биополе или нет. Скэнер обнаружил эти подключки. Я его спросил, почему он меня обманул. Он сказал, это моя месть. Ладно, разберемся. Хорошо. Благодарю тебя. Забрались. Клетка пустая, Вера? Да. Поехали по частотам. Есть. Хорошо, Лидия, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно. Искра внутри зажглась, и хочется обнять себя, свои тела, которые вернулись. Замечательно. Сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа и сразу перейдем к чистке вашего дома. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Лидии в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта.